Точно. Надо придумать лайфхаки. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Это не смешно. Мойте тщательно руки, купите себе еды побольше, но главное не туалетной бумаги. Когда на столе не будет кушать, туалетная бумага не спасет. И главное, не будьте как баскетболист Руди Гобер. Спасибо. Теперь вернемся к видео. Если вам нечем заняться, а сейчас это актуально, VAD Multigaming представляет ТОП-5 лайфхаков для гейминга на карантине. Лайфхак номер один. У вас не получается игра, и вы не знаете, что делать. Я не могу в это играть. Как вообще в это играть? Вам поможет Гопник Стайл Гейминг. It's Гопник Time. And well, that's what happens when you go around the corner. Ну же. Happy with one dig. Oh, and another. Давай, финальный этап. One. Oh, and a third. Happy. Dupree. Boom, boom. Happy, he's gonna get the quad kill. С ним у вас улучшатся результаты в играх, и вы заслужите респект от своих друганов. Лайфхак номер два. У вас есть проблема со звуком? Ёма, что ж не слышно-то, а? Противники ходят как ниндзя, но на самом деле как слоны. Да ёма, опять не слышно, да что ж такое-то? Вам поможет... Волшебный шнур! Не сюда. Короче, по идее, это должно помочь лучше слышать. Но фиг его знает, как это работает, поэтому... Лайфхак номер три. Бывало ли у вас, что вы садились играть, и у вас прям совсем не идет? Вы пытаетесь... Пытайтесь. Еще раз пытайтесь. Но ничего не получается. То предлагаем вам эксклюзивный ритуал к хорошей катке. Первое. Наденьте очки. Второе. Сделайте массаж головы. Третье. Сделайте ритуальный танец. Повторяйте так же, как и на видео. Четвертое. Приклейте себе на лоб надпись «Я геймер». Пятое. Продолжите играть. Работает идеально. Лайфхак номер четыре. Иногда вы смотрите своих любимых геймеров, и у них абсолютно ноль эмоций, и вы начинаете играть с таким же настроением. Попробуйте наигранные эмоции! Без комментариев. Мне так нравится играть в эту игру. Я сейчас обыграю всех. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Здорово, правда? Ну нахер! Отец! Ты видел, блядь? Ты видел? Лайфхак номер пять. А его предложите вы в комментариях. Чем вы себя развлекаете на карантине? Это что? Ремейк «Идиократии»? Претензии поняты и приняты. А теперь уёбывайте отсюда нахуй. Браво!